Напередодні Дня медичного працівника фахівці галузі та студенти Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету відзначили своє професійне свято. Привітав колектив народний депутат України, президент ВИШУ Сергій Ківалов. Вы знаете, это очень важно, что мы прививаем любовь к медицине со студенческих лет. И вот те, кто выбрал такую специальность, они должны знать, что это самая престижная специальность, самая лучшая специальность. Мы сегодня видим, что потребность подготовки медиков очень большая. Мы сегодня видим, что к нам тянутся не только выпускники школ с Украины, с Одессы, но и иностранные студенты. Мы даем наивысший уровень аккредитации в области медицины. Мы собрали лучших специалистов именно здесь, в Международном гуманитарном университете. За високий професіоналізм, підготовку кваліфікованих медичних працівників, члени колективу, а також найкращі студенти були відзначені особливими нагородами від президента університету. Серед подарунків – іменні годинники, грамоти та ордени. Крім цього, всі отримали грошові премії. Сегодня мы празднуем День медицинского работника. Поздравил Сергей Васильевич руководство МГУ, коллектив студентов медицинских направлений. Ну, это очень большой праздник для всех медиков, стоматологов, фармацевтов, лечебников, потому что это люди, которые каждый день сражаются за чужие жизни, за чужое здоровье. Врачи – это те люди, которые являются надеждой для пациентов. И от их профессионализма, от их подготовки очень много зависит. Зависит жизнь, зависит судьба людей. За час свого існування медичний інститут встиг не тільки випустити кілька поколінь професійних медиків, а й взяти участь у соціальних проєктах. Це, зокрема, безоплатна стоматологічна допомога для незахищених категорій громадян, насамперед пенсіонерів, багатодітних та переселенців. В течение полутора років ми займаємося соціальною програмою. Я бы сказал, большой социальной программой для жителей Приморского района. Они к нам обращаются за стоматологической помощью. Мы оказываем терапевтическую помощь при острых болях, с целью протезирования. Все это делается бесплатно. У Міжнародному гуманітарному університеті створено потужну базу, дві ультрасучасні стоматологічні клініки, обладнані найсучаснішим устаткуванням європейського виробництва. Це, зокрема, бази практики для студентів медінституту. Я очень рад, что сегодня медицина развивается в нашем университете. Будущие врачи, они всегда будут востребованы, если они будут иметь хорошие знания. А для того, чтобы они имели хорошие знания, нужна помимо теоретической подготовки и практика. Вот мы упор делаем сейчас на открытие разных клиник, на открытие кафедр непосредственно в больницах и клиниках. Я считаю, что это очень важно для подготовки хороших медиков. В нашем университете медицинское направление имеет очень хорошую материально-техническую базу. Новые клиники, которые благодаря Сергею Васильевичу открыты за последние два года. Клиники, которые открываются. Договора с самыми крупными, самыми известными медицинскими фирмами для обучения специальности медицина, лечебное дело. И это сегодня выразилось в таком вот собрании торжественном, посвященном Дню медицинского работника. Так как я интерн, мы занимаемся в клинике, у нас очень хорошие преподаватели, которые учат действительно нас к тому, чтобы мы стали стоматологами, именно будущими, хорошими именно специалистами. И спасибо Сергею Васильевичу за то, что наградил нас сегодня. Також на базі університету відкрито аптеку, де проходять практику студенти спеціальності фармація. Крім цього, у зв'язку зі збільшенням потреби в сімейних лікарях в Україні відкрито спеціальність лікувальна справа. Крім цього, здійснюватиметься підготовка медичних працівників, які спеціалізуються на реабілітації.